Разлив нефти около поселка Уташ. Первыми тревогу забили охотники. Вчера вечером они обнаружили пятна нефтепродуктов на поле. Незамедлительно сообщили о случившемся в местную администрацию. Те, в свою очередь, оперативно выехали на место для выяснения всех обстоятельств. По словам главы Виноградного сельского округа, сейчас ситуация под контролем и расположенным поблизости водным объектом ничего не грозит. Но в причинах предстоит разобраться. Когда-то здесь добывали нефть, и проблема эта возникает не в первый раз.